Здравствуйте. Сегодня у меня хлебопреломление. Дело в том, что мне хочется сказать, что я хотела быть историком. Мечтала, когда уже не работала в школе. У меня были такие огромные планы работать в школе для слабослышащих. Я очень полюбила этот класс, детки, с которыми я занималась. Но меня не взяли только потому, что у меня не было специального образования. Хотя бы, если бы я хоть знала сурдоперевод, я бы там работала. Но, к сожалению. Ну и получается, что вот с тех пор как бы история меня... Хотя я в институте, когда учила историю, я не очень ее любила. Ну, история партии, конечно, напрягала очень сильно. Вот, потому что нужно было учить те материалы, которые в голове не оседали. Наверное, много всего перекручено, действительно. Ну, а сейчас я своим стажем жизненным, когда уже 50 лет, и я начинаю рассуждать, сравнивать, много читаю, что могу, конечно, больше... анализировать то, что уже проанализировано. Вот вчера я послушала интересную, конечно, историю, которую не говорила, Тамара Дельман. Она говорила о Ленине. Ну, понятно, почему она говорила о Ленине, потому что 21 числа день был его смерти, 21 января. И вот она интересно рассуждает, анализирует эту книжку, как я назвала. Вот книжка Данилова. Эта книжка так называется «Данилова», как я назвала свое видео. И получается, что если он убийца, и ты еще писал рецензию на эту книжку, так напиши четко, кого он убил. Но убийца – это же не тот, который защищается в войне, правильно? Если гражданская война была, да? А убийца – это тот, который четко вот пошел и убил, правильно? Если называют Ленина убийцей, то надо сказать, ну вот ты провела почти 2 часа, у нее было это слово, длинное слово. Так возьми и скажи об этом. Где Данилов написал, что Ленин убийца? В чем он убийца? Не было сказано. Ну, акцент сделался на паранойи Ленина. Якобы он боялся и менял квартиры, когда был на Западе в эмиграции. Вот, и так далее. Ну, извините, ну, сначала его выслали в Шушенское, мне кажется, или наоборот все это было. Это раз. Во-вторых, хотя бы вспомните, что у него был повешен брат за покушение на царя. Об этом тоже вы забыли? Почему из этих причин, что он должен был скрываться, ни одна из этих не названа? То есть идет такая, знаете, вот... Ну, она хорошо сказала, в принципе, когда она мне очень понравилась, что это правильно. О том, что якобы... Где я это уже записала, потому что тут я цитирую много чего. И если рассуждать так, как она рассуждает, то, извините, так это, может, она свои проблемы описала? Может, она сейчас кого-то боится? Ну, я так уже прочитала, что Тамара Эдельман, она в своем «Ленин жив», она не рассказывает, как к ней пришла милиция после того, как она поддержала Навального. Она об этом почему-то не посчитала нужным говорить. Но, извините, значит, у нее уже есть страхи, понимаете? Когда она подписала, 2000 человек подписалось, чтобы Навальный был, ну, не мучили его там, так я понимаю, да? Она об этом почему-то не сказала. Вот, это ее страхи, согласитесь. Дальше. Но она очень хорошо по этому поводу сказала. По сути дела, они делают то же, что делали народники, но только не по отношению к крестьянам, а по отношению к рабочим. Народники собирали крестьян вести за собой. Марксисты теперь, они видят, что крестьяне не оправдали надежд. До 1905 года почти все будут считать крестьян монархистами и совершенно нереволюционным классом. Значит, будем вести за собой рабочих. Никому не приходит в голову, что рабочие могут сами что-то хотеть, сами что-то сделать.
сами что-то организовать. Извините, я рабочий 6 лет. Что я могу организовать? У нас, например, некоторые мастера, но я там не очень уважала этого мастера, конечно, он хотел, чтобы суббота не работать. Вот он восставал против этого. Ну, извините, его убрали с завода. То есть он не был рабочим, он был мастером. Я тоже против суббот, но я подчиняюсь начальству. Понимаете? Потому что Бог учит подчиняться начальству. То есть, ну, если бы я уже теряла здоровье, я могла бы вылететь с завода, в принципе, только в состоянии здоровья. У меня же нога болела, когда у нас была огромная нагрузка, мы по субботам выходили. Да, это было. Но рабочий не может ничего организовать. Это наивная вещь. Где вы в истории видели, что рабочий организовал какую-то революцию? И вот Ленина судят, но для мира Ленин – это тот, которому удалось совершить революцию. Где еще она совершилась? В принципе, так. В Европе. Вот. Ну, я не буду это субъективной. Вот. Лучше быть, конечно, объективной. Ну, я немножко перешла в другую тему. Но еще она рассказала о вот этих вот слабостях. О том, что человек говорит о том, что у него да, вот она хорошо сказала. Все то, что человеку читающему биографию Ленина кажется дурным, он на него проецирует. Или же все то, что ему кажется хорошим. Перефразируя самого Ленина, можно сказать, так же, как он сказал, что Толстой – это зеркало русской революции, можно сказать, что Ленин – это в какой-то мере зеркало наших фобий и увлечений, потому что мы их все на какой-то мере на него проецируем. Абсолютно. То есть мы видим в Ленине то, что это что, проблема, как мой брат. Извините, может, я не права, я уже не буду называть имен, но он напьется и кричит: он умер от сифилиса. Извините, посмотрите на труп Ленина, разве у него нос провалился? Умер от сифилиса. Ну, явная чушь. Да? Нос у него не провалился. Он лежит в мавзолее, сколько лет, нос у него не провалился. Значит, он от сифилиса не умирал, он умер от инсульта, да? Да, раньше. Но брат, он чуть не развелся с женой, потому что изменил ей, понимаете? Она хотела его бросить. То, извините, так ты свои проблемы провоцируешь. А сифилис – это награда за что, в кавычках? Это награда за? За блуд, за распущенность, понимаете? За прелюбодеяние награда. Вот. И это твои проблемы, ты должен остерегаться, понимаете? Вот. И так далее. Тому подобное. Вот если Ленин называет убийцей, то, скорее всего, что они убийцы. Потому что мне интересно, когда Ленин называет убийцей, те, которые тут говорят, что Сталин лучше и Гитлер лучше, так извините. О чем дальше говорить? О чем дальше говорить? Вот. И самое удивительное, что для себя, знаешь, ну, я начинаю уже как-то углубляться, и не читала его биографию Ленина. Ну интересно там, допустим, но мне смешно, мне очень смешно, когда сравнили, якобы кто-то написал книжку, Емельянов, у которого он был в разливе, да, и получается, у него там большая была семья, и один мальчик там якобы дерево выкопал в августе и нужно было посадить, и Лена его посадил. Он говорит, вот это он, параллель идет со Христом, якобы. Извините, а где написано в Библии, что Ленин садит деревья? Он не садил деревья, он наоборот, он, запомните, Христос, то есть в Библии не написано, что он садил деревья. Христос проклял смоковницу за то, что на ней не было плода. Представляете? Как интересно люди рассуждают, сравнивают со Христом. Да не был Христос вот таким идеальным, как вам хочется. Вы хотите от человека рядом видеть такого, знаете, вот сладкого такого, и это святой? Нет. Иисус переворачивал столы. Он пришел бороться с грехом, дорогие мои. А вы Ленина обвиняете в том, что он творил беззаконие. Да посмотрите, как Бог интересно все сотворил. Я вам сейчас покажу, как Бог интересно все сотворил. Откройте, пожалуйста, Первое Царство. И за что Бог ненавидит этих царей,
который вмешивается в его церковь, понимаете? За что он их ненавидит? За что вообще Саул потерял царство? Знаете, кто такой Саул, да? Евреи хотели очень царя. Вот они видели в других народах, есть цари, а у нас Бог дает судьи. Зачем нам эти судьи? Моисей, да, Иисус Навин там, и так дальше, после него были судьи. И там сколько этих судей, там есть целая книжка об этих судьях, можете почитать. Так они захотели царя, вот они хотели царя, и Самуил, пророк, помазал вот Саула. Вот. И что сделал этот Саул, царь? Что он сделал? Он не дождался Самуила, священника, чтобы он принес жертву. Вот. И что он сделал? Филистимляне, они вели войну. Вот. И израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и ущельях, и между скалами, и башнях, и во рвах. А некоторые из евреев переправились за Иордан в страну Гадову и Галаадскую. Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал. И стал народ разбегаться от него, ну, этот пророк священник. И сказал Саул: приведите ко мне, что назначено для жертв всесожжения и для жертв мирных, и вознес всесожжение. Понимаете, что Саул сделал? Он за священника, как царь. Все ему позволено, как Порошенко когда одел когда-то ризы, да? Рясу, извините, чуть не риза, да. В общем, так вот, приведите ко мне. И он сам совершил за священника, совершил жертву, понимаете? Все, до свидания, Саул. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: что ты сделал? Саул отвечал: я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Вот почему Бог допустил вообще неверие на земле. Вот почему Бог дал ученым такую информацию, что мы сотворились случайно. Это все было назначено Богом, чтобы научился правитель не вмешивается в дела Божьи. История доказывает, что те священники, которые находили общий язык с миром, разрушали все, и свою жизнь, и жизнь страны. Это будет долго продолжаться. На опасном пути мы стоим. Поэтому Ленин был неверующим. Некоторые обвиняют его, что он был неверующим. Вот такой безбожник. Ну, Зеленский неверующий, да? И что? Проголосовало 70 человек. То есть обвиняют, лишь бы обвинять. 70%, да, там, сколько? Обвиняют, вот лишь бы обвинять. А Ленин, вот оказывается, документальный фильм посмотрела. Он после того, как его ранили, он вышел первый раз, его снимали на площадь, он общался там с Бончем Бруневичем. И показывается, храм весь в лесах, отстраивается храм. Ленин жив. Если бы он разгонял церкви, то ремонтировались бы храмы в центре Москвы. Безумие рассказывается о Ленине. Безумие, понимаете? Бог есть, понимаете? И он в душах людей даже не верующий, понимаете? Что самое интересное, он хочет, понимаете? Он тоже не любит вот эту слащавость. Может, он не любит, что все там за ним бегали, ему поклонялись. Понимаете? Он любит, чтобы люди делали добро и любили жизнь. Вот такой Бог. Понимаете? Ну, неправду
терпеть он не любит, понимаете? Если было зло, называйте зло. Называйте, но не лукавьте и не обманывайте. Потому что можно обвинять человека в паранойи, я тоже остерегаюсь, тут тоже опасность, потому что одолжила деньги, потом звонит и спрашивает, а есть ли у вас сбережения, и вы, живете ли вы одна, понимаете? То, конечно, я понимаю, что с бандитами связалась, то у меня паранойя тоже, да. Мне задали вопрос по телефону год назад, чуть меньше. Мне тоже паранойя. Понимаете? А что такое паранойя? Надо загуглить и прочитать сначала, что такое паранойя. А потом рассказывать. Потому что мы так любим болтать, что попало. Психиатры. Надо бояться Бога, потому что закон соблюдается. Закон же соблюдается. Не судите судимы не будь. Называете человека злым словом, так это на вас придет такие же испытания. Вот. Поэтому мое личное отношение к Богу такое, что Он освящает людей, Он что-то делает. И революция победила в России для того, чтобы другие боялись, чтобы что-то делали для людей, чтобы была социальная помощь, чтобы защищать рабочий класс. И так оно совершилось, правильно? Единственное, что начали доить другие страны. В этом печаль. В этом печаль. Кстати. А надувном бревне тоже мне понравилось очень. Оказывается, есть факты, были свидетели, которые носили с Лениным бревна. И после того, как он был ранен, он выходил. И многие хотели с ним поносить, поэтому свидетелей очень много. И поэтому, когда говорят о надувном бревне, извините, так я говорю, это зло, которое Ленин совершил, работая в субботу. Да, перед Богом это зло, это грех. Но я думаю, что вообще, в принципе, если бы начальство так вот выходило после работы, что-то после офисов своих, село бы и посидело бы, что-то погрузило бы, как они вагоны пошли грузить тоже Ленина. То есть, понимаете, поэтому, когда говорит это Тамара, я не понимаю, почему у него столько славы у Ленина, почему его так любили. Снимки же есть американские, как шли на похорон люди зимой, 21 января, мороз сильный, люди идут провожать Ленина в последний путь. И почему ему мавзолей построили, да? Такому узурпатору власти. Поэтому, понимаете, вот явно что-то не так, но будет врать. Ну, еще послушала вчера, конечно, тему о том, как рассказали, что якобы Ленин взял у немецкого правительства деньги. Я думаю, может, взял, ради бога, не купил же шубку Наде, а на листовки потратил. Я там же знаю, о какой сумме идет речь. Оказывается, это неправда. Уже историки докопались, кто придумал эту сказку. Якобы допрос был в 1938 году, какого-то наркома Украины Раковского, да, христиана Раковского, болгарина самого, что у нас в Украине занимал какую-то должность, нарком был. Вот, и якобы он раскопал, вот там такие записи на фурсунском языке, такая ересь. И оказывается, раскопали уже, кто за этим стоит, кирилловичи, вот эти, которые хотят монашеский престол в России организовать. Вот они это все придумали на Ленина, всякую грязь, там и Керенский, там у них тоже участвует, якобы с Лениным якобы там договор был какой-то, договор. В общем, вы понимаете, что такое слово? Вот можно говорить, что попало, сочинить, что попало. Ничего, так веселее жить, да? Копаем, раскапываем, как Велесову книгу православные какие-то придумали, тоже полностью сочиненная. Полностью сочинено, вообще никакого отношения не имеет к правде. Вот так мы живем. А вот. Может, так и веселее, действительно. Так и веселее. Пусть смеются с этих книжек. Это Тамара сказала, что эта книжка, и она читает ее, и говорит, насмеялась. Говорит, если смех продлевает жизнь, то это хорошо. Да, смех продлевает жизнь, но лучше жить вечно, правда. Так что я благовествую истину. Жизнь на земле. Живем. Будьте благословенны.